Соревнования среди роллеров «Крылатые коньки» имеют давнюю историю. Впервые они прошли более 10 лет назад. Инициатором и главным организатором выступил Правобережный центр дополнительного образования детей. Однако причины возникновения состязаний были отнюдь не радостные. Тогда сводки ГИБДД пестрели сообщениями о попавших под колеса роллерах. К счастью, сейчас все обстоит намного лучше. В этом году дорожно-транспортных происшествий с участием роллеров не было. Правда, без профилактики, уверены сотрудники дорожной полиции, хрупкое равновесие может рухнуть в любой момент. В первую очередь это мероприятие призвано привлечь внимание к проблеме детского травматизма и предупредить факты ДТП с участием юных роллеров, обратить их внимание на правила передвижения на роликах, в том числе на то, что передвигаться по территории города, по городским улицам на роликах запрещено, а необходимо кататься только на закрытых территориях. 4 этапа. 3 из них чисто практические. Парная эстафета на скорость, так называемая восьмерка на маневренность, слалом на технику катания. И обязательный атрибут крылатых коньков – теоретическое задание на знание правил дорожного движения. На соревнования своих участников выставили 16 школ. В каждой команде по 4 человека в возрасте от 14 до 15 лет. Уровень подготовки у всех разный. Многие встали на ролики совсем недавно. А потому, мягко говоря, изяществом и уровнем мастерства не блистали. А вот девятиклассница Катя Пономарева из 12 школы может давать мастер-классы. С техникой у нее все нормально. Я начала кататься, наверное, с 7 лет в первом классе. Мама купила мне ролики, когда я, ну, 1 сентября получается. Я начала кататься, ну, понравилось. На соревнованиях я уже 4-й год подряд участвую. Ну, вот. 2 года назад первое место мы заняли. К сожалению, повторить успех ученики 12-й школы не смогли. Однако в число призеров все же войти удалось. Они стали 3-ми. 2-е место заняла школа номер 43. Победу праздновали роллеры 64-й школы. Павел Берсенев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН.